он мог умереть. На концерте шамана произошел опасный случай. Во время выступления певца случилось непредвиденное. Шамана называют одним из самых популярных и востребованных артистов страны. За последний год певец добился такой огромной славы, какую некоторые получают только после долгих лет труда. Но в отличие от звезд, которые быстро загораются и также быстро потухают, Дронов, кажется, не планирует останавливаться на достигнутом. Сейчас шаман активно строит карьеру, покоряя все больше сердец. За столь короткий срок у артиста появилось уже множество по-настоящему восхищенных и преданных фанатов. Их певец регулярно радует новыми хитами и концертами в разных городах. Накануне у него состоялось выступление в Анапе. Артист спел на сцене летней эстрады и собрал полный зал. Желающих прикоснуться к творчеству исполнителя вживую оказалось настолько много, что места всем не хватило. Но, как оказалось, для некоторых нет ничего невозможного, когда речь идет о выступлении любимого певца. Один из фанатов даже решился рискнуть жизнью, чтобы увидеть шамана. На концерте шамана произошел курьезный и одновременно очень опасный случай. Один из безбилетных поклонников музыканта залез под купол летней эстрады, чтобы посмотреть выступление певца. По словам местных зрителей, зал был переполнен, билетов на всех не хватило, и один смельчак не нашел другого способа увидеть любимого артиста. Как пишет издание, это первый случай, когда человек залез так высоко на железное крепление концертного зала. В сети появилось видео, запечатлившее опасный случай. Кто-то из слушателей снял, как один из поклонников наслаждался выступлением исполнителя, стоя на балках под крышей. Из-за такой отчаянной выходки мужчина мог умереть, но, к счастью, все обошлось. По крайней мере, о дальнейшем развитии событий ничего не сообщалось. А что думаете вы, уважаемые зрители, по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, ведь мы уверены, вам точно есть что сказать. До скорой встречи!